рыбный суп, который я называю «ленивая уха». Готовлю в мультиварке. Рыбу нарезаю и выкладываю в чашу мультиварки. У меня окунь, но рыба любая подойдет. Добавляю картофель, помидоры, сладкий перец и лук. Соль и черный перец по вкусу. Заливаю горячей водой и перемешиваю. Готовлю 1 час на программе суп. И можно угощаться. При подаче добавляю зеленый лук. Красивый, прозрачный и ароматный супчик. Попробуйте приготовить. Это совсем не сложно, недорого и очень вкусно. Ставьте лайк, чтобы не потерять. Завтра увидимся.